пользователи сети, мы смели Анастасию Костенко за просмотр нелюбимого для нее телепроекта «Дом-2». Анастасия на днях опубликовала сториз, хвастаясь дочкой, а на заднем фоне шла ненавистная передача о любви. Такой вывод можно сделать, зная ее отношениях с Ольгой Бузовой, бывшей женой Дмитрия Тарасова. Таким образом, она может наблюдать за своим врагом, знать, чем она занимается и как выглядит, чтобы не отставать. Оля входит в топ самых популярных девушек России, а у Костенко явные проблемы со стилем. Если почитать комментарии на ее странице, то практически под каждой фотографией можно найти совет необходимости для Костенко нанять стилиста. Анастасия не может признаться, что смотрит передачу в силу своего положения. Есть предположение, что Анастасия смотрит «Дом-2», слушая советы Бузовой. Она постарше, поопытнее, чем Костенко. Может, что-то стоящее подскажет. Телеведущая проекта Ольга Бузова довольно часто задевает Дмитрия Тарасова и указывает, какой он предатель. Недавно в интервью для StarHit Ольга Бузова призналась, что не прочь переспать с Тарасовым, и вспомнила, какие у них были бурные отношения. После данного заявления Костенко стала напоказ выставлять совместные фотографии и показывать Бузовой большую любовь в их семье.